Всем привет, с вами Тифбро, и сегодня покажу вам баг с головами в Minecraft Pocket Edition. Ну, баг давно забавный, но его начинают потихоньку исправлять. Для этого нам понадобится несколько голов, так сказать, мобов. Ну, голова может быть любая. Чтобы увидеть этот баг, нам придется включить режим стелов. Так называю я режим от третьего лица. И мы сразу можем увидеть, что голова в руках у нас становится очень большой. Она, наверное, даже больше нашего персонажа. А может быть и больше, я не знаю. Но она очень огроменная. Настолько огроменная, что я не вижу просто голову своего персонажа. И также в ранних билдах просто-напросто мы не могли, вот, допустим, вот просто поставить голову на верхний блок. Сейчас я вам покажу. Вот мы делаем так, и сейчас мы можем ее поставить. А раньше мы ее не могли ставить. Мы могли ставить ее только вниз. Вот сейчас она спокойно ставится. И раньше еще был такой баг, что когда мы ставим голову, допустим, мы могли проходить через нее просто сквозь нее. Она была прозрачной. Также еще присутствует все еще тот же самый баг. Я не знаю, баг это или нет. Когда ломаешь голову, появляется эффект ломания песка и сушения. Вот. Ну, может быть, это есть и ПК. На ПК я этого не знаю, к сожалению. Ну вот. Вот, да, вы все еще можете видеть. Да, баг все это есть еще. Я даже могу показать еще на этих двух головах. Вот. Баг все еще. Не знаю. Может быть, это не баг, может, это такая задумка. Ну, просто эта задумка очень похожа на баг. Так, ну вот у меня такая получилась культура. Делать нечего. Ну, баг все еще есть. Ну, просто выглядит это довольно, так сказать, тоже забавно. На этом все. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.